Девчонки, всем привет! Сегодня у кого-то из наших сестер по цеху праздник. Она заказала много украшений, по-моему, все пришли. Так что сегодня, наверное, пол видео будет не на только твои заказы. Значит, что у нас тут? Это проволочки. Нам их сделали с чароитом и жемчугом. Такая необычная вставка. 452 артикул кулона. Цена $72. Кольцо 371 артикул. Цена $45. И серьги 246 артикул. Цена $47. Французская петля с крючком. Вот их вид сзади. И 18 размер кольца. Ну, судя по моему пальцу, 18-18,5. Хотя мы, конечно же, промерим. Кто же мне теперь доверяет? Никто. 18,2. Да, 18 размер. Очень красивое сочетание. И действительно реально классно придумано. Я вообще очень люблю эту модель. Как правило, заказываю с гранатом, но и с разными другими вставками, тоже очень красиво. Так, ее же заказ 2347 кольцо с кианитом. 19, я думаю, размер. Цена такого кольца $55. $23.47. Еще раз напоминаю артикул. На пальце сидит очень удобно. Так. Дальше у нас тут сейчас будет очень тоже классный комплект. Девчонки его уже знают с разными вставками. Это VE84. Мы в нем, мы его знаем и с зеленым, и с пиджинопалом он был. И с зеленым авантюрином, я помню. И с, по-моему, с перуанским опалом. Вот кианитовый сделали. Нина попросила. Значит, серьги $55. Девчонки часто меняют здесь швензы на английский. Но тоже как Нина захочет. Так. Сюда выложу, потому что тут много деталей. Есть у него кулон VN79, $50 с хорошей цепочкой. Я люблю очень это плетение, оно такое удобное, гнется, не рвется, хорошая вещь. Вот видите, то есть это идет у нас кулон как одна серьга. И кольцо VR-139, стоимость его $46. Здесь, несмотря на то, что это набор, камень здесь круглый идет. Видите, как так сделано. Тоже 12 размер. Видите, 19, можно его на 18,5. Вот такой очень классненький наборчик. Так, и браслет. $160. Он такой довольно-таки большой, тяжеленький. И очень хорошие кианиты вклеили. Вообще, Нина, тебе повезло. Ты же знаешь, как с кианитами проблемно в Израиле. Но вот хорошие камушки. Есть страховочная цепочка. Обычно она должна быть постоянно застегнута. Для того, чтобы при моменте надевания браслета он не упал на пол и не разбил камни. И плюс, конечно же, просто, в принципе, чтобы не потерялся. $160, артикул 1383.
На картинке он поменьше смотрится. На самом деле вживую он крупнее. Такая вот красотень. Интересно, сколько эти камушки получается? Это 8 миллиметров. Так, далее, по-моему, если я не ошибаюсь, 5011, это тоже не на твой заказ. Тоже отличную цепочку поставили с удлинением. Барочная жемчужинка, моя любимая. Такие вот прямо круги, как Сатурн. Стоит вместе с цепочкой такая штука $45 вместе с цепью. Так, далее, еще на удивление, оказывается, Катя нашла мне для Нины хризоколу, что очень даже редкость в последнее время, тоже удлинение в цепочке, такой кулончик с хризоколой, стоимость его, кстати, вот этот кулон мы, по-моему, с перуанским опалом когда-то заказывали, $37, ребята, вместе с цепью. Хризокола, офигеть. По-моему, отличная цена. Одна цепь стоит дороже. Я не знаю, что такое, но ладно. Так. Хорошо. Там еще что-то, Нина, твое пришло. Если я наткну сейчас видео, я тебе покажу. А, да, вот это тоже твое точно. 26-35 кольцо с опалами лабораторными по стоимости $48, тоже 19 размер. Интересная модель, я что-то ее не припомню. 26-35. Отлично так на пальцы села. Очень интересно. Так. Хорошо. Может быть, что-то еще твое есть, но я уже не вспомню. Значит, будем просто по ходу разгребания этой кучки красоты. Может, что-нибудь найдем. Значит так, во-первых, кольешка полукругом. 33 артикул. Так, как вы знаете, этих колье много разных видов. Все на вот этих плоских цепочках. И отлично сидят на шее. Как с камнями, так и без. Стоимость $103 такого колье. Оно подходит подо все. То есть на него сверху можно и какой-то кулон пониже, и бусики какие-то, чокеры повыше. Короче говоря, он ко всему. И в пир, и в мир. Так, далее у нас кольцо, которое мы давно просили, как-то что-то все забывали про него, и вот наконец-то оно пришло, 643 артикул, смотрите, какая интересная фактурная штука, напоминает какие-то письмена древнеегипетские на стенах. Цена такого кольца $44. Вот тут вот щепочка, это надо будет иголкой вот вынула ногтем. Это когда полируют, у нас щепочка такая остается. Так, далее. А, вот, Нина, еще твоя вещь. Это точно твой браслет. 809, пардон. 809. Наш любименький плоский браслет. Я тоже на него засматриваюсь. Каждый раз собираюсь вот себе такой же заказать. И все время что-то меня отвлекает. Значит, он у нас по цене...
86 долларов такой браслетик. Но, девчонки, сразу хочу сказать, такие боковые карабины закрывать можно только при наличии какого-то или любовника, или мужа, или соседа. Это может быть и соседка, любовница, и вторая жена. Это без проблем. Главное, чтобы была еще пара рук, потому как боковой вот этот вот самому застегнуть просто нереально практически. Это надо как-то быть цирковым каким-то... цирковом училище, так сказать, учиться некоторое время. Так. Далее. У меня большое количество здесь браслетов жестких. Сейчас мы все будем рассматривать. Браслет номер один. Это 1623. Его цена, так, где мои бумажечки с ценой здесь, 111 долларов. Он идет на запястье 16,5-17 и, наверное, даже и 17,5. В крайнем случае можно поджать. Одевается, снимается очень легко, довольно мощный. Это 16,23. Браслет номер 2, 12-24. $101. Я чуть не припомню, чтобы мы раньше заказывали такую модель. Она, наверное, носится или вот так повыше на руке, или в свободном полете. И у нее есть две жемчужины по бокам. Наверняка в шаблюле сюда есть и какие-нибудь похожие серьги, и какое-то похожее кольцо, потому что что-то мне это напоминает. Так, 18-25 браслет. Их пришло два. Один я знаю чей, второй не помню, честно вам скажу. Цена $98, и вот они идут более немножко на руку поуже. Видите, даже мне, я одной рукой даже не могу, мне надо его немножко растянуть для того, чтобы он уделся в запястье, но он уже, конечно, не потеряется ни при каких обстоятельствах. С ним даже спать можно, привыкнуть и мыться. И спать. Так. Надо еще его снять. О, сняла. Значит, имейте в виду, что его одевать и снимать тяжело. Он довольно-таки узкий. Либо надо его чуточку разжать. Ну, конечно, разжать немного, не деформируя формы. Так, да, у нас есть 13.07. Поменьше, за $67. Этот уже полегче в надевании. Тоже его можно чуть прижать, чуть разжать. Ну, такой вот браслетик. Видите, я немножко поцарапалась. Но просто нужно по руке действительно браслет подогнать. Я сейчас тут видео спешу и не очень аккуратно одеваю на себя это дело. Так, это мы тоже посмотрели. И еще один браслет пришел. 18.10 за $79. Вот он. Это вы знаете эту модель. Тоже они бывают разные. С рисунком, без рисунка. Можно так носить. Можно так носить. Короче, для любителей столового серебра. Чтобы так оно блестело на руках. $79. Так, жесткими браслетиками мы закончили. Давайте смотреть дальше, что у нас тут интересного. О,
Классное кольцо. По-моему, Лариса, твой заказ. 17-14. Артикул. Гранаты. Натуральные, граненые. И вот такой красивый лабрадор. Лабрадор. Луник, конечно. $74. Хороший очень камушек и красивое кольцо. Размер, для того, чтобы понять, у нас будет... Ну, и как ты нам это... 20 с копеечкой. Я смотрю просто по этой шкале, это какую-то фигню показывает. 20 с копеечкой получается. Ну, где-то на хороший такой 19.5, 19.75. Хотя, по идее, такое кольцо не должно маломерить. Оно может так и идти, 20 с копеечкой, размер в размер. Девчонки, значит, вот такой кулон. Вот, это уже третий раз кто-то просит. Очень понравился. Один кулон, два кулона уже. Один остался в Израиле, один улетел. И вот это третий. 30-35 его артикул. А бантюри натуральный. $101. Здесь это из серии кленовых листиков. О Генри я его называю. Помните, последний листок был такой рассказ. И вот целая серия украшений с золотым 14-каратным листиком у шаблюля. Далее, что у нас хорошего? Колешка, это которую постоянно кто-то заказывает, потому что всем она нравится. Вот и опять она с нами. Ее нет в каталоге, поэтому запомните, 39.90 ее артикул. И какая-то странная цена. Девчонки, мне кажется, это ошибка в цене. Я не буду ее озвучивать, я перепроверю. Что-то не то здесь они по цене написали. И, может быть, даже артикул не точный. Я перепроверю. Но колешка есть. Кто заказывал, обращайтесь. Длинная цепочка плюс еще удлинение. О, сейчас кто-то будет очень доволен. Кто-то получил красивый лунник с отличным отливом радужным и на большой размер. А конкретно Света. А, ну да, я забыла, что 21,3 размер. Это, кстати, наша модель, которая подходит под подсолнушки. $47 такое кольцо. Так, девчонки, ну, наверное, сейчас что-то последнее покажу, буду выгружать, чтобы видео вышло побыстрее. У нас получается здесь на два видео. Я, наверное, это, по-моему, тоже не на твое, может, я ошибаюсь. 39.21. Смотрите, какая красота, вау. А может, это и не твое, я уже не помню, но очень красиво. Смотрите, какие шикарные серии. Сюда, кстати, можно и швензу поменять, но я не вижу смысла. Тут на крючках она тоже... Смотрите, какая красота. Такие цветы с вот такими вот интересными детальками серебряными. Здорово. Значит, сколько такое стоит? $55. Это, девчонки, первый раз... Мы эту модель видим. 39.21. Реально очень красиво. Здорово. Очень мне нравится. Вообще сегодня, по-моему, заказы, девчонки, вы нашли в каталоге изумительные вещи. Все, девочки, я выгружаю видео, и будет еще вторая часть.